MTV World Stage представляет. Келли Осборн и клавишник Slipknot Сид Уилсон станут родителями. Британская певица, дочь Оззи и Шерон Осборн, беременна. 37-летняя артистка ждет ребенка от своего 45-летнего возлюбленного Сида Уилсона. Звезда сообщила радостную новость у себя в социальных сетях, опубликовав фотографии со снимком УЗИ. «Я знаю, что последние несколько месяцев я была очень тихой, поэтому я решила рассказать вам, почему я на седьмом небе от счастья. Я собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, это ничего не сказать. Я в восторге», — написала Келли. Диджей и клавишник Slipknot Сид Уилсон и дочь Оззи Осборна встречаются с осени прошлого года. Они подтвердили отношения на минувший день Святого Валентина. «После 23 лет дружбы не могу поверить, где мы оказались. Ты мой лучший друг, моя родственная душа, и я так сильно люблю тебя», — Сидни Джордж Уилсон, — написала Келли к посту с несколькими совместными фотографиями вместе с Уилсоном. Келли и Сид познакомились, когда Slipknot участвовали в The в 1999. С тех пор они стали друзьями. А сейчас очень счастливы вместе. Вашему вниманию мы хотим предложить у нас заказать майки, футболки, толстовки и другие товары с изображением группы Slipknot. Самые лучшие товары высокого качества в нашем интернет-магазине. Заказать товары вы можете внизу по ссылке под видео в описании.